Рыбы бывают разные, мелкие и крупные, дешевые и дорогие. Настолько дорогие, что цена их сопоставима со стоимостью состава нефти, десятка крупнейших внедорожников или личного самолета. Действительно, такие золотые рыбки есть. Что же может быть такого в большой рыбе, чтобы за нее платить такие невероятно большие деньги? Познакомившись с предоставленной здесь информацией, вы найдете ответ на этот вопрос. Какая рыба самая дорогая? История начинается, как ни странно, с акулы и невероятной цены, заплаченной за нее. Первое место. Акула тигровая. Цена за экземпляр – 12 миллионов долларов. Свежевыловленная акула, известная своей кровожадностью, понадобилась модному британскому художнику для создания произведения искусства, заказанного знаменитым коллекционером Чарльзом Саатчи. Однако забальзамированная хищница вскоре стала портиться, и магнат рекламного бизнеса Саачи решил продать экспозицию. Приобрел тигровую акулу, по сведениям сайта Aculism.ru, стоимостью 12 миллионов долларов, миллиардер из Коннектикута Стив Коэн. Второе место. Тунец. Рыба-тунец, вес 411 кг 600 грамм, стоимость 2 миллиона 20 тысяч долларов США. Удивительно, но самого большого тунца поймала женщина, Донна Паскуан из Новой Зеландии. Как сообщает издание nearfactor.com, побила ранее установленный рекорд по оплате за рыбину. Третье место. Голубой тунец. Рыба-гигант весом 222 кг была поймана в 2013 году и продана в Японии на рыбном рынке Сукидзи, где оценена в 1 миллион 760 тысяч долларов США. Приобрел голубого тунца владелец сети ресторанов, специализирующихся на суши, Киэси Кимура, который четвертый год подряд покупает самых дорогих тунцов на рынке. Четвертое место. Барамунди. Этот экземпляр оценен в 1 миллион долларов США. Рыба за миллион, туристическая акция с таким названием, проходит в Австрии. 75 меченых рыб запускают в водоем. Одна из них помечена особым образом, оценена в миллион. При вылове 74 других особей выплачивается сумма в 10 тысяч долларов. По информации WebSmibu, Лиам Хейл первым поймал 56-сантиметровую золотую рыбку и сразу обогатился на 10 тысяч. Пятое место. Тунец. На пятом месте расположился опять тунец, проданный в Японии, а если точнее, три тунца. Четыре года подряд самая любимая японцами рыба побивает рекорды продаж стоимостью. Стоимость рекордсменов. Вес 269 кг 730 тысяч долларов. Вес 200 кг 230 тысяч долларов. Вес 108 кг. Стоимость 178 тысяч долларов. Торги при этом длятся всего 5 минут. Шестое место. Платиновая араванна. Экземпляр этой рыбы продан за 400 тысяч долларов. Это уникальная аквариумная рыбка, принадлежит сингапурскому коллекционеру и считается самой дорогой на планете. Невероятная стоимость объясняется безупречным окрасом тела рыбы, без единого темного пятна. Несколько лет назад владелец рыбы заявил, что отклоняет любые предположения о продаже редкого экземпляра, так как приравнивает его к шедеврам изобразительного искусства. Седьмое место. Рыба со священными знаками Дубая. 1 миллион дирхам или 700 тысяч долларов предложил бизнесмен города Дубая в муниципалитете за пойманную рыбу редкого окраса. На рыбе появилась Аллах на арабском языке. Предложение выкупить рыбу было отклонено, так как знаки считаются священными, а рыба признана достоянием Дубая. Восьмое место. Русский осетр. Белуга. Цена экземпляра – 289 тысяч долларов. Огромная особь, царь рыбы, была поймана в 1934 году. Ее вес составил 1300 кг. 225 кг обнаруженной в рыбе икры высшего качества сделали белугу невероятно дорогой. Девятое место. Калуга. Весом 617 кг и 100 кг икры оценены в 200 тысяч долларов США. В мае 2014 года китайские рыбаки выловили огромную рыбу. Такая большая речная белуга не встречалась в реках Амуре и Уссури, где выловили этот экземпляр. Специалисты отправили, оценив предварительно, эту рыбу в питомник. Калуга занесена в Международную Красную книгу, ее отлов запрещен. Десятое место. Жемчужный скат. Еще один редкий представитель дорогих аквариумных рыбок стоимостью в 50 тысяч долларов США.
Скаты очень редко встречаются в природе, неволя практически не размножаются, отлов их запрещен, именно этим объяснима цена. Контрастный узор на спине из цветных пятен делает рыбку необычайно красивой и эффектной. Если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Если вам все же не понравилось видео, ну что ж, у вас один выход. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. В принципе, в любой непонятной ситуации ставим лайк, подписываемся на канал. С вами был Трип. Пока!